Все знают, что наш президент никому не позволит заступать за «красные линии» национальных интересов России, заявил представитель Кремля. По его словам, поддержка россиянами национального лидера выражается в итогах президентских выборов, которые прошли 18 марта. На них действующий глава государства набрал в 76,69% голосов избирателей. Он отметил, что внешняя политика Путина последовательна и конструктивна и нацелена на выстраивание дружественных отношений со всеми странами мира. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья.